io lo faccio. Oggi. Il mio collega che era la parte farmacia che non ha niente, l'ha trovato positivo in farmacia, però non hanno tampone, ma fare. Allora, è arrivato Andrushka. Ciao, buongiorno. Spadarka mi приехал. Del porto di Alexandria. Luce e cvete di Apora. Finocchiata. Ma non ho visto mai finocchio così. Finocchiata. Finocchiata. Ma vedi lì da quel fianchel blinde. Большое длинное. Brutto fiore all'occhiello, cavolata. Cavolata. Cavolo verso gigantesco. Abbiamo voglia di farlo. Ma sì. Eccoci qua. Борщ. Борщ. Андрюха, борщ приехал. Прямо нам на кухню, вау. Tutto fatto da Ericsson-чик nell'orto, quello sai mai. Все, Эрика посадила, понятно? Еще должна приехать тыква. Come si chiama? Broccoli. No, la sua papà. Ah, zucca. Zucca. Zucca, sì. Sei arrivato, Michel. Andiamo a salutare Michel così prendiamo un caffè. Rin, 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 rin. Ребята, пока трещала с Андрюхой, я подварила все свои овощи. А вот это вот вчера, что у меня осталось с обеда. Здесь немножко брюссельской капусты, цветной и брокколи. Это у меня вся смесь пойдет сегодня в яишенку. Вчера, говорю, Тереза, закрываемся, чтобы... Per non fare figura di merda, как говорится по-итальянски, чтобы не делать плохую фигуру перед людьми, потому что закончилось все. И мы закрылись, а в 1:30 мы уже закрылись. Но так как мне надо было ехать к синдикалистам, мне надо было домыть посуду и уезжать, так что мы сработали на 5 с плюсом и поразбегались в разные стороны. Так, что я вам хочу сказать. Вчера приходят ко мне два пацана на обед. Ну, они тут рядом в порту, портовские работники, работают. Вот. Один мне показывает фотографию, он сделал полпетуны на выходных дома, представляете? Надо открывать мастер-класс по обучению мужиков. На вид полпетуны получился очень красивый. Он говорит, знаешь, что не получилось? Говорит, он у меня получился сухой. У тебя он, говорит, такой нежный, а у меня он сухой. Я говорю, что-то ты туда перебомбасил. Его ж не надо колбасить так, чтобы оно все было, знаете, аж поперек горла вставало. Ну, говорю, надо, чтобы все было нежненькое. Вот так вот. Я яишенку распределила. Сейчас буду вам показывать, что я делаю. Видите? Яишенка. И одно блюдо у меня готово. Вот. А второй приготовил куриную грудку под лимонным соусом. Говорит, ты знаешь, жене так понравилось. Ну, я так, они когда спрашивают, что ты туда добавляешь, я же, естественно, что мне жалко. Как вам рассказываю, так и им рассказываю. Представляете, мужики приходят, показывают фотографии, что они наготовили. Это очень забавно. Сегодня у меня яишенка и фенхель. Ну, не тот фенхель, который Андрюха привез, а тот, который я купила. Завтра я вам хочу показать. Вот у меня сейчас есть капуста, брокколи, да? И есть фенхель, который привез Андрюха. Я вам покажу наряду со своей заморозкой, потому что задали вы такой вопрос, как я работаю с заморозкой. Это надо показать, чтобы вы не боялись, что из заморозки получается фигня. Ничего подобного. Овощи как свежие, вон они перед вами. И это они уже на второй день. Поэтому с ними абсолютно ничего не случается. Сегодня у меня гратинато ди финокио, как всегда. Я уже сюда добавила сливок. У меня сегодня проблема мало сыра. Мало сыра. Я не стала сливать юшечку из фенхеля. Добавила чуть-чуть сливок. И сыра чуть-чуть. У меня сегодня паста, 4 сыра. Надо, чтобы сыра хватило на все. А поставщик приедет только завтра. Потом, о чем мы договорились с Андрюхой. В общем, они меня заберут. Это у меня последний выходной, я работаю.
там фенхель такие нитки распускает с сыром. Не думайте, что это что-то не то. Это все то. Говорит, только ты последний уикенд отработаешь. В субботу я работаю здесь до 10 утра. Говорит, я приеду, тебя заберу. И хочешь, аж в понедельник утром назад привезу. О! Эрика говорит, Лиль, я сделаю ньокки. Так что увидим рецепт ньокки от Эрики. Вообще, вчера мы с ней болтали где-то, ну, больше часа. Мы с ней по полтора часа трещим по телефону. Поэтому мне как бы и смотреть ни телевизор некогда, ничего некогда. Вот. И она в это время делала пиццу. Она говорит, я купила себе планетарий, ну, комбайн, который замешивает тесто. И говорит, мама, не горюй. Делаю пиццу на всех. И на Андрюхиных родителей, и на своих, и на дядю. Они же там все вместе живут. Говорит, когда уже пеку, то пеку на всех. У них уже включили отопление. Сегодня Андрюха говорит, у них в Пьемонте было 0 градусов. Прохладновастенько. Вот. А так, дома у нас такие, ну, может, в Пьемонте дома не такие хлипкие, как в Генуе. Ну, в общем, я не знаю. Сыр. Придется, наверное, бежать в супермаркет. Ну, там очень дорогой сыр. Ну, что поделаешь. Иначе будет невкусно. А нам надо, чтобы и вкусно, и на вид красиво, и вообще. О, все, это я загружаю. А вот по поводу своей пенсии, ребята, я сниму отдельное видео, потому что там... Есть о чем рассказывать. Так, ну, вся вымажусь, конечно. Ну, как всегда. Но руки я мою очень часто. Яишенка. Не стала я ее сегодня перезагорать. Она будет у меня еще стоять на горячей поверхности доходить. Фенхель. Зеленушка ему придает... Очень приятный вкус и очень красивый цвет. Тут же. У меня паста 4 сыра, поэтому я горгонзолу сегодня растворила немножко со сливками. Если вы хотите сделать пасту с горгонзолой, практически соус должен быть чуть-чуть погуще, но вот, вот это вам наглядный пример. И тут он уже у меня будет готовиться сейчас рагу алла болоньезе, потому что я буду делать котлеты, поэтому мясо туда. В общем, все вместе. Как всегда, там уже хлебушек замоченный стоит. Коробка с мясом. Куриные ляшечки запекаются. Овощи готовы. Картошку надо резать. Ой, ребята. Начать и кончить. Рагу на завтра получилось. Либо лазанья алла болоньезе, либо можно даже сделать равиоли. Так, ну а сегодня паста 4 сыра. Смотрите, как посолила, поперчила, сыров накидала. Сейчас в противень закину, но добавлю немножко водички, потому что засохнет, ребята, засохнет. Я эту пасту знаю, она вроде кучерява, а вроде она такая, знаете, немножко балованная паста. Я ее отварила альденте, видите, смешала с 4 сырами, с нашим соусом и перекладываю в противень. Тут у меня спросите, какие сыры. И горгонзола, и моцарелка, и эдамер, и французский сыр. В общем, все, что Бог послал, все в торт. Сыра осталось мало. Я купила на обед себе в супермаркете, а этот высыпаю сюда. Все, осталось запечь и клиентов завлечь. Ребята, на улице сегодня весна. Никогда было доснимать свой ролик на работе. Очередной забег за помидорами. Так, какое у нас сегодня число?
У нас сегодня вторник, по-моему, 26-е. О, не вы видали? Не вы видали такие помидоры, смотрите. Гроздь больших помидор лежит прямо на земле. Я думала, они померзли. Сегодня утром было всего плюс 10. Холодно прям. Утром холодно. Посмотрите, что творится. Они где-то прячутся. Они где-то прячутся и продолжают вязаться. Но эти зеленые я потом, если что, посрываю. Или сейчас их посрывать, даже не знаю. Вдруг станет холодно, они же замерзнут. А эти, смотрите, продолжают цвести и пахнуть. Ладно, пойдемте, поднимемся на верхний огород. Посмотрим на нашу тыкву. А то Андрюха хвастается, что у них там и фенхель растет, и все растет. Я говорю, у меня тыква тоже растет. Ну, она, конечно, тыква не тыква, но лист есть. Это была маленькая тыковка когда-то. Вот она, еще одна маленькая. Лук зеленый пошел. Можно салатик себе сделать. Помидорчики можно покушать. Погодка шепчет. Боже, как было утром холодно. Такой холодный ветер. Это вам не передать. Ну, конечно, не все помидоры красивые. Некоторые красивые, некоторые вот. Их же ветром, понимаете, их ветром бьет, они уже все. Ну куда им уже? Ребята, только что такое сообщение. Ну, наш Али не работает, но он же. Продолжаем мы с ним обмениваться сообщением. Только что прислал сообщение, что Европа возмутилась, что Италия ввела зеленые паспорта для работы, нарушение прав гражданских, поэтому. Скорее всего, что вот будет какое-то очередное заседание европейское. И, скорее всего, что нам эта вся катавасия отменится. Посмотрите, что здесь творится. Видали? Какой куст шикарный. Летом такой куст не был. Что ты там, созрел мне? Лимончик еще нет. Еще не созрел. Ну, эти надо, конечно, повырывать, потому что это, знаете, как... Как рябинушка. Засохла рябинушка. Ну, не совсем, знаете. Засохла-то не совсем. Боже, я балдею со своих помидор. Балдею со своего огорода. Тут можно и прищепок насобирать, и все чего угодно, понимаете? Такой урожайный огород называется. Летит все. Завтра я себе, наверное, борща сварю. Завтра мне должна прийти свининка свежая. И я капусточку оставила на работе. И я завтра себе, наверное, такого борщица. А не, наверное, не завтра. Наверное, к выходным поближе. Чтоб Марету борщом накормить. Она тоже борщ любит. Любит наши блюда. И можно еще с капусты, с эриксончика сделать, знаете что, голубцы можно сделать. Смотрите, какие чудесные помидорчики. О, за забором валяются. Вот так вот помидорами называются. Не, ну не буду их пока срывать. Где какой лучок? Вот лучок сорву на салатик. А что бы не сорвать, да? Ну, жена салатик сегодня заработала. Ой, какая прелесть на улице, как хорошо. Как хорошо, когда вот такая погода. Не жарко, не холодно. Ветра нет. Вообще, тишина. Обалдеть. А? Ну, не красота. Ребятушки, увидимся завтра. Всем пока.
Я вам ромашку забыла показать. Та, которая выжила. Видите, какая она красивая стала? Пушистая. Не знаю, когда цвет даст. Ну, во всяком случае, и так красивая.